Фестиваль «Амурская осень» представляет. Ольга Прокофьева, Даниил Спиваковский, Александр Ильин, Роман Мадянов. В спектакле «Свои люди». 17 сентября, 20:00. Филармония. Спектакль «Мардасовские страсти». Марат Башаров, Владимир Андреев, Ольга Тумайкина. 18 сентября, 20:00. Общественно-культурный центр. Олеся Судзиловская, Агния Кузнецова, Георгий Дронов. В спектакле «Три подушки». 19 сентября, 20:00. Филармония. Мария Машкова, Елена Шевченко, Алексей Кортнев, Максим Виторган. В спектакле «Уйти нельзя остаться». 20 сентября, 20:00. Общественно-культурный центр. Никита Джигурда, Мария Порошина, Андрей Кайков, Татьяна Абрамова, Людмила Нильская. В спектакле «Разбуди в себе мадам». 20 сентября, 18:00. Филармония. Спектакль «Седина в бороду». Анна Терехова, Светлана Пермякова, Александр Головин, Павел Савенков. 21 сентября, 18:00. Общественно-культурный центр. Денис Рожков, Нелли Пшонная, Раиса Рязанова, Сергей Никоненко. В спектакле «Аккомпаниатор». 21 сентября, 20:30. Филармония. Кирилл Сафонов, Ольга Остроумова, Ольга Арнгольц, Анатолий Смиранин. В спектакле «Синяя роза». 22 сентября, 20:00. Общественно-культурный центр. Я Алексей Климушкин. Приглашаю вас на... Хорошо, когда такая жизнь, а не просто какой-то... Приглашаю. Я такой-то, такой-то. Можно всем тишину, пожалуйста? Приглашаю вас... Хорошо было. Мы едем к вам! Приезжайте! Шикарный спальник. 23 сентября, 19:00. Общественно-культурный центр.